уважаемые спортсмены, уважаемые гонщики, уважаемые спортсмены, все те, кто любит автомобильно-технические виды спорта, такие направления, как трофи, триал, мы предлагаем вашему вниманию совершенно новый интересный формат, который облегчит жизнь многим организаторам у нас в стране. Прежде всего, эти проблемы связаны с тем, что стало большой трудностью, по крайней мере, вот здесь в Центральном федеральном округе, в Москве, Московской области, значит, находить участки для того, чтобы проводить какие-то массовые мероприятия в формате трофи. Значит, мы, соответственно, подготовили такой формат интересный, который заинтересует непременно многих участников, которые увлекаются. Значит, суть соревнования следующая. Значит, здесь будет проходить, здесь имеется в виду в Московской области, в Щелковском районе, в населенном пункте Литвиново, будет проходить соревнование, кольцевое трофи. Мы этот формат обозначили как ринг трофи, обозначает кольцо. Проходить оно будет, значит, на сегодняшний день. Первое, значит, сделано в СССР 22 августа 2015 года. Суть его в следующем. Значит, суть его в том, что существует, значит, направление. Это линейная гонка, ограниченная, соответственно, специальной лентой сигнальной, внутри которой находится огромное количество тех препятствий, которые, как правило, встречаются у обычного трофиста на пути к его, как говорится, победе. Значит, здесь будет болото, здесь будут, значит, котлованы, здесь будет, значит, вода, броды, подъемы, спуски. Значит, данная земля, данная территория также очень интересна по своим грунтам, потому что здесь встречается как песок, так и глина. Поэтому очень интересное ожидается соревнование. Значит, следующее соревнование у нас пройдет ориентировочно в октябре месяце, которое уже, как всем известно, мы его уже один раз проводили, именуется «Железо», где будут участвовать уже любые автомобили, включая и те, которые создаются в гаражах, в цехах, просто людьми, обычными гражданами, спортсменами. То есть полностью самодельные автомобили, без каких-либо ограничений. Мы предоставим участникам огромную такую трассу. Протяженность ее будет не менее 2 километров. В ней, соответственно, будет все то, что мы называем спецучастками. Соответственно, все участники могут совершенно спокойно пользоваться теми элементами тюнинга, который у них, я имею в виду вспомогательного тюнинга, который у них находится на бортах. Это и лебедки, это и что он делает? А ну покажи его. Вот что он делает? Он сейчас делает у нас что делает? Шашки. Он делает так называемые шашечки, всем известные. Значит, шашечки будут как в стандартном классе, кстати, так и в подготовленных классах. Они, глубина их будет варьироваться там, от 30 сантиметров до 1 метра. То есть это такое очень интересное препятствие. В общем, я продолжу свой рассказ. Значит, все владельцы экипажа смогут участвовать в любое оборудование, которое у них находится на борту для преодоления бездорожья. Гонка эта, кольцевой трофи, обещает быть очень интересным. Поэтому желаем всем побед. У нас уже есть много участников. Некоторые участники едут к нам на соревнования за 1500, за 2000 километров. Поэтому 22 числа ждем всех владельцев автомобилей УАЗ и Нива. Значит, 22 числа сделано в СССР. Будет очень интересно, очень круто. И скажу, что все могут приезжать и 21 с вечера, потому что всех гостей ждет интересная программа от специально приглашенных артистов, людей. Будет работать танцпол, музыка, соответственно, будет все очень качественно, шикарно.
Так что ждем всех гостей, зрителей. Всем привет. Бора 4 на 4, клуб Леший. Остальные клубы присоединяйтесь, организаторы присоединяйтесь, потому что именно мы, только мы даем то, что называется настоящим автоспортом. Всем удачи, пока.